Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. И знаешь, что мне очень нравится, когда я вот запускаю каждый раз Black Mesa на прохождение? Мы с тобой проходим, ну там, определенную часть геймплея. И смотри, заставочка опять поменялась. Она каждый раз меняется. Блядь, нахер. Прикольно, блин, очень сильно. Да, поехали дальше. Очень мне нравится это прохождение. Это для меня... Знаешь, это как окунуться в детство, но вот в новой такой вот красивой графике. Я понимаю, что вам она кажется устаревшей, но и, блядь, ну и что я сделаю? Блядь, это очень красиво на самом деле. Он может делать... Да, он может делать с подствольника, но у меня его нет. Опа. Ага, а гранатку, простите. А если я передумал? Ага. Ага. Вот тараканы. Ой. Так, нам вроде как вниз. Или вверх? Вверх, да? А я с фонариком. Нафига мне фонарик? Так, свет, камера, звук, мотор. Все у тебя хорошо. Да. Я это... Это как бы, блин, ага. Вот, пожалуйста, вот ты вот смотришь, да, ну вот первую серию, как мы классно посмотрели, там и лайки, и комментарии. Ну, ты ж на эту тоже лайки и комментарии поставь. Ну, что это такое? Ну, а что это? Ну, потому что, ну, а что это? Ну, надо как бы, ну, ага. Иначе, блин, вообще не... Угу. Все. Мужички, да куда ж вы? Назад. Ой-ой-ой, тише. Блин, да мужички, да что ж вы делаете, а? Как будто бы прям... Нехорошо, как бы вы делаете, ага. Патрончик. Они стреляют, говорят, мы из научной группы, и бежит. Они по нему стреляют, а они все равно бегут. По-моему, херовая идея бежать уже до конца тогда, нет? А, можно было вот так вот, как бы, ага, ага. Я просто хотел их спасти, но... Да, не удалось. Лысый гад. Это не откроется, я так понимаю. О-о-о. Ля-ля-ля, прям утекает броня, ля. Красота. Так, ну нам, видимо, сюда. Подожди. Не понравилось, да, наверное. Так, а ну-ка, на-ка. Ой, табля. А если я как бы нибудь... Ладно, не будем проверять. Так, они там сказали, что-то там зачищено, что-то еще не зачищено. Мне кажется, мне туда вот, куда они... Первый раз. О. А, хер там. Ой-ой-ой. Что они говорят, я не успеваю читать, если честно, ну. Ну, как будто бы не хочу. Эть, давай. Ой, туда. А куда ж ты стреляешь? Ты... Дурачок. Там же взорвало. Блять. Взорваться могли! Ёлки-палки. Это вот не надо. О!
Ай, блядь! Как я пробежал и не сдох. Ладно. Это загадка человека. Блин, пипец тут дача, кстати. Тихо. Тихо. Пипец, ты жирный, а, дружочек. Питание 40%. Где контакт? Оу! У вас там базука, вы что, идиоты? Нахера им базука в научном комплексе? А ты запарил. А ты иди нахер. И ты иди нахер. Ух, перестрелочка началась. А что у вас там? Что-то есть интересное? И вы базуку взяли, дайте мне тоже. Здрасте, блядь. Последуйте в сектор D, команда по зачистке. Ага. Нам, походу, сюда. Да, это вот верхняя часть. Рончики, говнёнчики. Да, блядь! На. 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 Следующий. Ай, блядь. Да вы запарили, слышите? У меня так-то здоровье накончается. О, броня. О, еще броня. Питание 30%. Вот вы душные, а. Питание 45%. Можно я вот так вот сделаю, это мне как-то страшно. Я сохранюсь на всякий случай. Вот это экшона наваливает игра, слушай. Я пипец, причем как давно в шутеры не играл. Так интересно, если честно. Именно, ну, в шутеры я имею в виду. Да и в целом в шутеры. И в шутеры сюжетные. Так, уважаемые душнилы, а мне сюда? Ой, блядь. Как будто бы да. Блин, жалко, ног не видно. Если бы сделали в этой части, было бы вообще классно. Ну и что там взорвалось? Я надеюсь, без авторских прав, а то мне уже по жопе прилетело в Days Gone один раз за музыку. Так, ну шо, погнали!
А оно мне надо вообще? Козлы, я испугался. А, блядь, а, горячо. А! Положение критическое. Пациент упал. Пациент не при смерти, пациент в усмерти. Так, ну давайте, я готов. Козлы. Оп. Да ну куда? Ну это ёб твою. Нормально. Вот, никто ничего не видел. Все нормально. Экшончика поднавалили, да? С музычкой, прикольно. Я очень надеюсь, она без авторских прав, чтобы мне по жопе не настучали. Классно. Мне очень нравится стрелялочка. Я прям аж захотел перебрать этот, Modern Warfare. Первый, второй, третий. И новый, который вышел. Знаешь, я в него так и не играл, кстати. Здравствуйте. Как будто бы слишком тихо. Ага. А иди ты, сука. Жопу. Нет, открыть, нет. Чё ты балуешься? Здрасте. Так нормально тебе? Я тоже как нормально пойдет, я надеюсь. Я посмотрю, как у вас дальше дела пойдут, козлы. О! Да, вот тебе и правитель. Если план устранения последствий, убить каждого, кто связан с проектом. А. Судя по твоему костюму, ты был частью того, что пошло не так. Я прав? Слушай, если кому-то и под силу разобраться с катастрофой, так это ученым из комплекса Лямбда на другом конце базы. Так. Без транспортной системы я не знаю, как туда добраться. Ё-моё. Но где-то за ракетным комплексом есть заброшенная рельсовая система. Если доберешься до ракетно-испытательных лабораторий, то, возможно, пройдешь через туннель и отыщешь кого-нибудь из группы Лямбда. Ага. Понял. Положись на них. Положись на всех нас. Окей. Так, а здесь к тебе, да, пришли в гости? Понял, братишка, спасибо за инфу. Значит, нам нужно как-то пройти через туннель к комплексу Лямбда. В принципе, все понятно. Вроде как будто бы ничего сложного. Понял. Проходим через туннель, приходим в комплекс Лямбда, спасаем человечество. Ракетная шахта. Опа, броня.
питание 15%. Блять. Обеспечение включено. Ну пиздец. Морфий введен. Я открыл, я открыл. Выстрел, типа, причем, сука, ну я ж не попал даже в этот взрывательное говно это. Подожди. Гранатки. Я знал, сука, так и знал. А, мне сюда по миссии надо. А-а-а. О, аптечка, подожди. О, у меня тут пипец по здоровью. Алло, как спрыгнуть-то? О. Ну, как-то не выглядит все это безопасным, честно. Начало электронного радиосообщения. Я управляю вагонеткой, В, ВС, окей. Ага. Понятно. Пока можно сохраниться, спасибо. Ой, свинка, ну что ж ты. Осторожнее надо быть, свинка. Нормально, спокойно едем. Воу, 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 стой! Куда? Ой, блядь. Обнаружен тяжелый перелом. Я ж нажимал на стоп. Ну что это такое? А, или все, пиздец, да, моей машине? Да. Ну, охереть теперь. Паркур! Паркур! А, это радиация, все. Прекрасно, блядь. Че, по трубе пойдем? Химическая опасность. Что ты такое вообще? Состояние ухудшилось. Я заметил, что мое состояние ухудшилось. Нужно было это и не озвучивать. Ой, там, по-моему, радиация вытекает. Питание 15%. Блядь. Питание 30%. Ага, сосал жопу. Мистер Карась Краб какой-то, блядь. Ё-моё. По-моему, очень хорошо, что я в костюме. Иди, блядь, лови нахуй. Еще один.
Так, ну я понимаю, мне куда-то вот сюда надо. Блять, по-моему, не сюда я спрыгнул. Или в лифте. Мы сможем? Там что-то есть, подожди. А как туда попасть? А если... Ага, ага, ага. Ага. Внимание, опасный уровень радиации. Ай. Ну пиздец. Внимание, состояние критическое. Ну теперь точно надо как-то туда попасть. Помощь. О, подожди-ка. О. А ну в смысле? Почему так, блядь? А что, что есть сохранение? Во, слава богу. И я прибежал сюда за... Питание 30%. Питание 40%. Зачем я сюда прибежал? И обратно, все по новой. Угу. Ебать, я молодец! Ух. Кто-то есть? Ничего нет. Что, лифт, блядь, нахуй. Как-то... Ага. Ух, он работает. Он работает. Че, нахера я по кругу пробежал? Непонятно. Но пробежал. А это ракетная шахта? Это ракетная шахта, да, я так понимаю? Или реактор какой-то подземный? Охрененно огромная херня какая-то, короче. Здравствуйте. Ебать! Пугался, если честно. Еще одна. Здоровый. Здравствуйте. Извините, вам уже не понадобится. А мне пригодится. Да ты куда? Ну ты чё? Что тут кряхтит? Здравствуйте. Ракетный двигатель. Уничтожь ту дрянь, пока она не разрослась. Какую чего дрянь? Я этого не помню. Какую дрянь? Ё-моё! Да. Ну-ка, я сейчас вот так вот сделаю. Охренеть. Сохранимся, ребят, здесь. Продолжим в следующей серии. А ты, как всегда, подписывайся на канал, жми на колокольчик и оставляй комментарий. И помни, что все это очень сильно помогает развитию канала. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока.